Приветствую вас, и данное высказывание означает, что человек пережил достаточно серьезное потрясение, которое провоцировало получение им опыта в довольно приличном количестве, и вследствие чего изменило его взгляды на определенные вещи. И человек сейчас переживает период адаптации своего сознания к новым целям, новым взглядам, новым приоритетам, новым ощущениям, которые этот человек испытывает в результате полученного нового опыта. И отдельно нужно сказать, что, видимо, его предупреждали о том, что такое может произойти. На что он реагировал легкомысленно и не придавал значения тому, что говорилось. И когда это наступило, человек понял, что вот пока не произойдет чего-то лично с каждым, то понять это нельзя. Вот с ним произошло, и он понял, что действительно те, кто говорили, были правы. И сейчас человек просто-напросто переживает такой вот, можно сказать, не кризис, а лучше переходный период в своей жизни, когда от одних целей, приоритетов, взглядов переходишь к другим, которые не совсем и не всегда были свойственны им. И вот эта непривычность нового, новизна этого и дает, по сути, то ощущение, которое человек выразил в данной фразе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.